Ледовая дружина правительства республики померилась силами со студентами. Вызов членам кабинета министров в этот раз бросила команда Чувашской сельскохозяйственной академии. За ходом игры наблюдали мои коллеги. В центре поля – капитаны. В стартовом составе команды правительства и глава региона. То, что эта игра не в подавки, показал уже первый период. Сломить оборону – задача не из простых. Вратари отражают удар за ударом. Команда «Академия Дебютант». В таком составе студенты играют не больше года, но уже познали вкус победы. Многие ребята хоккеем увлекаются со школьных лет. Получается пока неплохо для первого года. А желание у людей есть. А без желания никакой вид спорта, он славу не приносит. Хоккей во всей стране популярен, в том числе и у нас. У нас есть хорошая команда. У нас есть хорошая команда правительства по хоккею, которая проводит двухразовые тренировки. То есть хоккей – это мужественный вид спорта, спорт для мужчин. Счет в игре в первом периоде открыли студенты. Так нападающий академии воспользовался ошибкой голкипера команды правительства. Легко все это было, по сути. Просто надо было бегать и все. Догнать шайбу и все. А я думал, что я не забил, а оказывается забил. Я уже занимаюсь 10 лет примерно, ну, там в деревне, там все дела. Не там в спортшколе, конечно. Для себя играю вот в хоккей. Команда чувствуется, что научилась играть в хоккей, хоть и начинающие там игроки, студенты. Тренер хороший у них. Результативные атаки команда Кабмина провела перед уходом на второй перерыв. Аппетит! И с каждой минутой накал матча повышался. Решающую шайбу в ворота правительства хоккеисты из сельхозакадемии забросили за 8 секунд до финального свистка. Глава региона поздравил студентов и пожелал новых побед на чемпионате республики. Встречаться на льду команды намерены чаще. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.